христианство. Слышали такое слово? Да, ну кто бы сомневался, умный же у меня, ребята. На полчаса читальный зал библиотеки семейного чтения превратился в площадку для дискуссий. Заведующая обители знаний Карина Габрилянц рассказывает первоклассникам школы номер 29 о сложных вещах простыми словами. Какие религии самые распространенные и что нужно уважать разные вероисповедания. Самое главное – это научить детей с самого маленького возраста, что если человек верит во что-то иное, это не значит, что он плохой или хороший. Это значит, что он просто верит и он стремится к доброте. О добрых делах дети говорили с охотой и много, ярко описывая события из своей жизни. Как помогают родителям по хозяйству и уступают место пожилым людям в транспорте. Я в метро бабушке уступила место. Молодец какая. А мне бы уступила бы? Да. На дороге был маленький котенок, и близко была машина. Я его быстрее забрала и поднесла. И отдала самой моей тете. Классному руководителю важно, чтобы дети усвоили материал. Потом подводим итоги, какие-то выводы постоянно проводим в классе. На внеурочной деятельности также. Несмотря на то, что юные химчане сели за парты всего 5 месяцев назад, подобные внеклассные уроки для ребят уже стали регулярными. Это позволяет им расширить кругозор. Ведь, как известно, знание – сила.